легенда. Древнее японское искусство фехтования, основанное на приемах владения самурайским мечом, ставит цели формирования полноценной личности и твердого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика, сочетая в себе традиционные ценности боевого искусства и спортивные элементы. Кендо предполагает единство трех элементов – духа, меча и тела. С момента зарождения и до второй половины 19 века в Японии применялось боевое оружие. Позже были введены бамбуковые тренировочные мечи синай и защитное снаряжение, что сделало возможным свободное состязание без кровопролития. Подобное снаряжение используется в кендо и в наши дни. В Казахстане кендо появилось в 2004 году, когда был создан клуб кендо и айкидо в Казахстане на базе алматинской школы айкидо Айкикай, которую возглавлял Виктор Трусов, имеющий четвертый дан по кендо. Петропавловские ребята еще пытаются делать, они несколько раз приезжали к нам, брали уроки, там мы помогли им с амуницией и так далее. Что-то начинается, но насколько это все продолжается, неизвестно. В Астане ребята тоже планируют начинать все. А в Чимкенте у нас два человека, которые занимались в клубе, получили данные, они там сейчас так живут и работают, поэтому тоже там начинают что-то. В кендо используется тренировочный меч синай, состоящий из четырех бамбуковых полос, связанных вместе. Таким образом, риск для здоровья остается минимальным. Защитное снаряжение состоит из головного убора, защиты для рук и предплечья, защиты для туловища и защиты для паха и бедер. В современном кендо атаки бывают двух типов – рубящие и колющие. Рубящие удары разрешается наносить по макушке противника, по левой и правой части его головы, по запястьям рук, по правой и левой части туловища. В поединке я знаю, какие он приемы будет делать, и он знает, какие я буду делать. Потому что, но с другой стороны, какой момент их сделать и как использовать, потому что там скоростные характеристики очень разные, да? Или вернее, кто окажется быстрее, кто быстрее начнет его. Потому что все движения достаточно быстрые, и скорость их отрабатывается. Скорость в поединке – это, ну, наверное, самое главное. В кендо нет ограничений ни по возрасту, ни по полу. Кендо может заняться любой желающий. Кира – студент одного из вузов Алматы, успевает не только учиться, но и реализовывать себя в этом виде спорта. Кендо для меня – это более как внутренняя работа, потому что в кендо я учусь чувствовать партнера, выбирать моменты нужные. Когда ты чувствуешь партнера, ты можешь выбрать момент и нанести удар первый. То, что познается в кендо, спасет мир. Именно так звучит древняя японская мудрость. Развивать в человеке любовь – главный принцип, который можно применить к искусству владения мечом.